Но перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить то, что прямо сейчас у меня в Discord сервере и Telegram канале проходит розыгрыш на такие продукты, как Контроль и Blizzard. Контроль разыгрывается в моем Discord сервере, а Blizzard в Telegram канале. Все ссылочки в описании, так что залетайте и участвуйте. Ну а мы переходим к видеоролику. Листин робоксов — сайт, который работает более 5 лет, где робоксы всегда в наличии, а курс здесь очень выгодный. А буквально по методу трансфер робоксы на ваш аккаунт придут в течение 5 дней. Буквально за 100 рублей вы сможете приобрести на этом сайте 200 робоксов. А еще недавно у них изменилась ссылка сайта, и теперь это robux.pr.gg. А теперь, благодаря их сайту, получить робоксы вы сможете абсолютно бесплатно. Приглашайте своих друзей на их дискорд-сер, чтобы получить больше робоксов. Все более подробно вы можете узнать, перейдя в их дискорд-канал по моей ссылке в закрепленном комментарии. Покупай робоксы выгодно и безопасно только на robux.pr.gg. И всем привет, мои дорогие подписчики, с вами я, Глеб Топ, и сегодня я хочу получить, И всем привет, мои дорогие подписчики, с вами я, Глеб Топ, и сегодня я буду трейдиться в BlockFruit от Кила до Леопарда. Конечно, это будет очень долгое видео, надеюсь, у нас все получится, но вы обязательно, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и заходите на мои соцсети. Сейчас я хочу открыть рандомный фрукт. И вдруг там все-таки выпадет наш леопард, и у нас падает песочный фрукт. Ну а что же я сейчас буду делать? Это, наверное, создавать новый аккаунт. И сразу, ребят, говорю, я буду трейдиться в моем сервере. Так что сейчас ссылочка будет в описании. Залетайте сюда, я буду трейдиться вот здесь. Трейд BF. Тут очень много трейдится. Возможно, кстати, залетайте на мой дискорд. Возможно, вы сможете здесь тоже найти идеальный офер для вас. Ну а здесь мы, именно тут, точнее, мы будем трейдиться. И вот, ребятки, мы... мы уже на аккаунте, и вот мы будем, получается, трейдиться именно на этом аккаунте, потому что здесь у нас ничего нету. Да, вот смотрите, здесь у нас по фруктам, можно сказать, ничего нету, так что мы сейчас быстренько, потихоньку вот так будем их брать в руки и ресетиться, потому что мне нужен только пустой аккаунт. И вот, ребята, мы уже очистили полностью наш инвентарь, и я открыл рандомный фрукт, нам выпал песок, так что я думаю, мы сможем его, конечно же, взять, чтобы могли его использовать. Так что давайте нажимаем Store. И сейчас бы нам как-нибудь получить килла, затрейдить. И буду его трейдить я именно в моем Discord сервере. Точнее, сейчас попрошу кого-то из подписчиков, чтобы мне дали килла, если он попадет в видеоролик. И потом мы будем трейдиться. И вот, ребята, конечно, мой подписчик уже зашел на этот сервер. Так что он сейчас прибежит в кафе, и мы с ними затрейдимся. И вот, да, мой подписчик уже тут, давайте садимся к нему. Блин, предлагать песок. Ладно, да. А, блин, сейчас что-то придумаем. И вот, предлагаем наш песок. Ну, я надеюсь, он додумается, чтобы просто добавить что-то там. Потому что у меня фруктов нет, он может добавить что угодно. Да, вот лед, отлично. И все, ребята, что большое вот ему спасибо, вот. То, что он мне помог, и благодаря нему я получил килла, и, конечно же, мы будем продолжать эту рубрику. Ну, а мы, конечно же, переходим к трейдам. Вот мы вот такое сообщение большое сделали, так что сейчас будем просто ждать. Нам подписчик написал, дам левую привезет за такие килл и лед, но, конечно, это рофл, и там у нас затрейдиться точно не получится. И вот, смотрите, ребята, реально крутое предложение, я согласен. Нам написал человек, Глеб, могу дать за лед килла... Залеты, килла, резина. Надеюсь, у нас получится. Давайте напишем. Я согласен. И кидаем ему, получается, нашу випочку. Вот, ссылочку мы ему кидаем. Ой, точнее, что-то не то кинули. Вот наша ссылка. И вот, наконец-то, да, зашли. Садимся мы. Предлагаем килло и айс. Честно говоря, я очень долго ждал. Надеюсь, мне предложат хороший офер. Так. Блин, нам предложили резину, но у нас просто не хватило. Ладно, алмаз не хватает 1%. Ладно, нам предлагают воскрешение, но в любом случае я в большом плюсе, потому что мы, в принципе, ничего такого добавить не можем. И, можно сказать, мы уже скилла и льда подняли до воскрешения. Так что спасибо большое, что вы со мной затрейдились. Так что мы переходим к следующим трейдам.
И вот, ребята, мы уже на моем дискорд-сервере, то, что мы будем трейдить воскрешение. Так, где у нас воскрешение? У нас здесь есть еще все смайлики, и мы здесь ищем воскрешение. И, блин, я не могу найти. А вот, я нашел воскрешение, так что добавляем его. Потом хочу, даю, и потом, конечно же, что же они добавят. Мы это тоже копируем и вот так вот отправляем, и будем ждать, пока с нами кто-то затрейдится. Итак, ребята, вот нам чуть надо передохнуть. И смотрите, мы сейчас будем открывать круг. Надеюсь, у меня хватит денег. Очень сильно это надеюсь. И здесь получается 258, 257. Ребята, у нас прям хватает в точь-точь. Так что давайте мы открываем. И надеюсь, нам выпьет какая-то имба. И нам падает тьма. Ну, блин, так-то нормально. Лучше уж... Лучше, чем всякое кило, либо вращение. Но... А мы, конечно, теперь будем трейдить тьму и воскрешение. И вот, ребята, мы сейчас, получается, трейдим тот же самый тьму и воскрешение. И смотрите, что же мне предложили. Мне предложили дрожь, вращение, пружину и дым. Конечно, это для нас очень отличный оффер. Мы в очень большом плюсе, ребята, это очень круто. Так что спасибо большое, кто со мной затрейдился. Конечно, я был в большом минусе, но это очень круто. И вот, ребят, получается, на этом первая часть у нас заканчивается. И что же мы сегодня затрейдили? У нас... А, блин, меня кикнул, серьезно. Так, и вот, точнее, мы зашли еще раз, потому что нас тогда кикнуло. И получается, давайте подведем итоги этой части. Мы с Кило, точнее даже, да, с Кило и Айса, получается, дошли до дрожи. Кстати, тут вращение, а, блин, у меня вращение есть. Потому что, смотрите, ребята, вот там была такая ситуация, то что мне выпал песок, и все-таки я думаю, то что можно... рандомного фрукта тоже используют для трейдов. И мы затрейдили песок на, получается, у нас лед и кило. И потом мы лед и кило затрейдили на вращение. А потом мы открыли рандомный фрукт, и нам выпал дарк. После этого мы затрейдили дарк и воскрешение на дрожь, дым, пружина и вращение, ребят. Получается, вот такой у нас получилась серия. Так что, кто досмотрел до конца, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите идеи, как можно еще это снять, что можно снять. Ну, а с вами был я, Глебтоп, ребят. Реально лайкосик нужно поставить обязательно. Не забывайте заходить на мои соцсети, если что. Кто еще не знает, ссылочки у нас, получается, в описании. Ну, а на этом все. Большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока. Смотрите, вообще попадая по нему, вы ставите лайкус. Я попал. Так что лайк, ребятки. Ну, и всем удачи.